Всем огромный привет, с вами Оксана, и сегодня у нас видео, как нарисовать вот эту схему от руки и нарисовать ее в программе для рисования схем. Вот такую схему, вот как вы сейчас видите, я нарисовала в программе, но, конечно же, не все там есть вот эти обозначения. Вот это обозначение, я его заменила. Поэтому, наверное, давайте сейчас я перейду в программу, покажу, где ее найти и как как рисовать схемы в программе. Потому что очень много было запросов после вот этой шапки. Я ВКонтакте выложила схему и написала, что я ее рисовала сама в программе. И меня многие спросили, какая программа и как это сделать. И вот я для вас сняла такое вот видео. И смотрите, девочки, где мы можем найти программу для составления схем. Я в поисковике Google написала программа для создания схем спицами. И я выбрала две программы, но одна мне не подошла. Это вот она, одна программа, это Knitwig, вот по-моему называется Knitwig.ru схемы. Но я здесь не нашла в перекрещивании тех перекрещивание, вот здесь список, он туда-сюда, видите, проматывается. Вот именно по этой схеме, которая вот я вам показывала, здесь я не нашла, видите, именно таких перекрещиваний, которые мне нужны. Поэтому я потом перешла в другую, это Tamika. Я, кстати, в ней не один раз делала схемы. И вот здесь табличка, где мы выбираем количество рядов, количество петель, добавить строку для раппорта и схема узора только для лицевых рядов. Я выбираю схема только для лицевых рядов. У меня 25 количество петель, я пишу 25, а количество рядов я именно пишу то, которое мне надо. Вот 1, 3, 5, 7, 9, 11, это 1, 2, 3, 4, 5. 6, да, получается у меня рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я здесь пишу 6. Нарисовать поле. Смотрите, вот у меня поле с 1 по 25. С 1 по 25 петлю. И здесь у меня 1, 3, 5, 7, 9, 11. Вот как я рисовала, да, получается вот у меня в бумажном виде, да, нарисовано. И смотрите дальше, так как вытянутой петли я здесь в схеме не нашла, я не знаю, где она здесь, я выбрала стрелочку вот эту. Может быть, это она и есть. И начинаю рисовать. Вот я выбрала стрелочку, она горит желтым цветом, да. И я вот здесь вот ее ставлю. Вот протянула, поставила, да. Дальше у меня идут минус, не минус, а тире, это изнаночная петля. Вот, я выбираю изнаночную петлю и начинаю вот здесь ее рисовать. Вот один ряд изнаночная петля и второй ряд изнаночная петля. Я нарисовала. Со второй стороны, смотрите, 25-я вот у меня вся изнаночная, весь ряд. И 24-я тоже все изнаночные. Но это очень просто. И давайте теперь будем двигаться справа налево. Что у нас там идет? 3 изнаночные. Значит, вот здесь еще добавляю третью. И там идет перехлест. У меня 2 изнаночные мы снимаем за работой. 3 лицевые мы вяжем перед работой. Выбираем. Вот здесь, да, вот она. Ставим одну вот такую палочку. А дальше у нас должен быть вот такой вот наклончик. Мы здесь выбираем, вот он, этот наклон, мы его ставим. А снизу потом мне нужно вот продолжение палочки и, как сказать, и там не 3 уже лицевые петли. Ищем здесь, вот они, лицевые петли, но мне надо вот такую вот, видите, вот продолжение. Вот я поставила, вот здесь идет продолжение и лицевая петля. И дальше продолжать еще 2 лицевые петли. Вот здесь смотрим внимательно. Смотрите, это центр, здесь вот не до края идет и здесь не до края. Мне вот эту надо выбрать. Вот раз, два. Вот один перехлест мы нарисовали с вами. 2 изнаночных на 3
лицевые. Дальше идет у нас одна петля изнаночная. Берем, ставим одну изнаночную. 6 лицевых. Берем лицевые петли, вот выбираем и ставим 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше идет у нас изнаночная. Вот берем, ставим изнаночную. Дальше 2 лицевые. Вот они, чтобы они как вот до конца доходили. Вот эти они не до конца доходят. А потом, так, третья у нас идет. Это идет перехлест. Мне надо вот, чтобы вот такая вот была. Видите, вот вверх подъем. Потому что 3 лицевые здесь. Мы снимаем перед работой. Вот этот наклон, он показывает, в какую сторону должны вот эти петли наклоняться. Если вот эти 3 петли, они наклоняются вправо, эти 3 петли должны наклониться влево. И вот этот вот, вот эта вот палочка наклон, она показывает, в какую сторону оно должно наклоняться. А здесь должны быть 2 у меня изнаночные. Я выбираю вот так, минус, да, минус вот. Изнаночная вот такая, да, вот он идет, вот этот наклончик и изнаночная. И дальше идет вот эта изнаночная. Все, вот он перехлест, мы нарисовали 3 лицевые, мы перекрещиваем с 2 изнаночными. И дальше идет у меня изнаночная. Все, поставили, да. Дальше, смотрите, у меня вот здесь идет перехлест 1 на 3. Значит, мы сразу убираем вот эту, вот этот вот знак, изнаночная, и сразу выбираем вот эту вот лицевую с изогнутую. И 2 лицевые, вот эти 2 лицевые, 1, 2. Вы можете, конечно, посмотреть, как что оно тут проставляется, попробовать. Дальше у меня идут 12 лицевых. Выбираем и ставим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Поставили. Потом идут у меня так лицевые. Я дорисовываю 1, 2. Потом у меня идет вот такая вот палочка. Вот она. И одна изнаночная. Где у нас одна изнаночная? Вот она, изнаночная. Все, сделали. Если вы неправильно сделали, да, давайте вот поставим, например, вот у нас там 3 лицевые идет, я в раз поставила одну изнаночную. Мы можем так раз отменить, да. Или смотрите, вот поставила я изнаночную, а тут оказывается лицевая. Я беру лицевую и вот так сверху раз, 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 и оно изменилось. 3 лицевых, 1 изнаночная. Шишечка здесь как положено. Вот она шишечка. Дальше идут 2 изнаночные, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6 лицевых, 2 изнаночных. 1, 2. Шишечка. 1 изнаночная. Знаете, вообще здесь в схемах, ну, не все они даны, вот эти. Я, например, вот по вот этим всем обозначениям я не смогла нарисовать ажур, схему ажура. Здесь можно, конечно, вот выбирать, что здесь тоже вот значение, использовать обозначения какие-то разные вот эти. Ну, здесь все подписано, видите, здесь можно написать, вот, включить первоначальную раскраску блока. Здесь что у нас? Здесь вот все прописывается, что тут идет. Здесь вот написано показать обозначение пользователя. Здесь скрыть обозначение кос обвитых петель. Видите, раз, я убираю, из кос и обвитые петли нету их. Это у нас, что тут обозначение идет. Дальше здесь у нас скрыть одиночные обозначения. 1, и только косы здесь у нас будут. Это у нас копия. А это у нас написано. Можно вот так подводить и смотреть, что обозначает. В общем, вот так
Можно нарисовать схемы, но сразу предупреждаю, что здесь, конечно же, да, не все есть, например, обозначение. Не каждую вы можете. Вот, например, вот этот знак, я бы его заменила другим. Этот знак у них обозначает, что сейчас вот подводим и смотрим. Одна протяжка, одну петлю снять как лицевую, одну лицевую и протянуть ее через снятую петлю. Это получается две петли вместе, я так поняла, вот это обозначение. Хотя нет, наверное. Одну петлю снять как лицевую, одну лицевую, одна лицевая, притянуть ее через снятую петлю. Ну да, это каких-то две вместе, по-моему. Это у нас две петли провязать вместе изнаночных. Это у нас петля, две петли провязать вместе лицевые скрещенные. Это у нас 2 петли провязать вместе изнаночные скрещенные. Здесь 3 петли провязать вместе лицевые. 3 петли вместе изнаночные. Да, вот эта петля, она не обозначает то, что я хотела обозначить, что одну лицевую в лицевом ряду вяжем, а в изнаночном, вернее, в лицевом ряду мы ее пропускаем, лицевую эту петлю, а в изнаночном ряду мы эту петлю провязываем. Одна петля платочной вязки, это что у нас петля с накидом, провязать вместе лицевой. Видите, обозначение есть, здесь вот для шишечки тоже есть обозначение. Но вы можете вот так схемку нарисовать, а потом обозначение сами написать. Смотрите, когда вы нарисуете схему, вы ее должны сохранить. Вот, вернее, не сохранить, а потом здесь, смотрите, написано нарисовать схему, изменить размеры поля нумерации рядов, создать новое поле. Когда мы все дорисуем, мы нажимаем нарисовать схему. Вот она нам нарисована. И здесь она уже подпишет вам те обозначения, вот, которые вы вот здесь вставляли, кроме вот этих перекрещиваний. Вот эти перекрещивания она вам не напишет. Она пишет только то, что она знает. Все, вы сделали, потом вот сохранить картинку на компьютер. Это она вам только нарисовала, она еще не сохранила на компьютер, чтобы вы могли кому-нибудь переслать. Потом вот нажимай «Сохранить картинку на компьютер». И картинка, вот она ваша сохранилась, вы ее открываете. И вот она ваша схемка. И дальше вы ее можете подписать как положено, где-то вставить. Но именно вот эти петли, как по-другому обозначить, я не знаю, видите. Соединить две программы, ну вот эта, да, программа и та, не знаю, возможно или нет, чтоб. Ну, давайте, не знаю, попробуем. Хотя, видите, здесь только создают. Скажите количество рядов. Тут тоже так же нумеровать, только лицевые ряды. Здесь пишем, сколько у нас было. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да? 6 рядов и 25. Окей. Тоже вот создается, да? И дальше мы здесь рисуем. Видите, здесь обозначения немножко другие. Кромочная петля, это у нас петля платочной вязки. Это лицевая петля. Вот она, изнаночная петля. Вот она. А вот она есть, зато здесь у нас патентная петля. Мы ставим, значит, вот здесь патентную петлю. Видите, как положено у нас пишет. Дальше. Это уже другая программа, которая KnitWeek. Я зашла. Здесь тоже вот проставляем изнаночные. Проставили изнаночные. Здесь дополнительная изнаночная. А вот здесь, я так понимаю, видите, схемы создать невозможно. Там, как здесь, здесь вот только готовые перекрещивания. Но я не нашла 2 на 3 перекрещивания. Может, я плохо смотрела, я не знаю. Но вот именно 2 на 3 я не нашла. Вот 3 на 3, вот 2 на 3, вот такое вот перекрещивание у меня есть. Вот оно. Но оно неправильное. Смотрите, мне наклон не туда нужен. Мне в другую сторону наклон нужен. Вот это не подходит мне схемка. Потому что если я поставлю эту схему, то получается 2 изнаночные мы снимаем за работы и провязываем 3 лицевые получается. Ну как-то, ну не знаю, вот это вот
Хотя она как будто вот развернутая, вот это. Она на... Нет, вернее, 3 лицевые перед работой мы снимем, 3 изнаночные мы провяжем, потом 2 изнаночные. 2 изнаночные будут поверх 3 лицевых. Нет, это неправильно. И поэтому я говорю, вот я не нашла ту, которую мне надо, схему. Вот 3-1. Схема, вот она мне тоже вот не подходит. Они почему-то все развернуты куда-то не в ту сторону, как мне надо было по этой схеме. Но, как вариант, это тоже может быть 2-1, да? 2-1. Мне тоже не подходит. Не знаю, вот, может, тут можно как-то дополнительно их добавить. Но, в общем, мне это... Программа не подошла, и я не ею пользовалась, а вот этой пользовалась. Ну и, кстати, Тамику чаще как-то показывают, что она лучше. И еще, смотрите, девочки, если прям, ну, вы захотите подписать, да, свое, вы же не знаете, где это подписать, да, вот он написал и все. А, вот эту схему в фотошопе можно переделать, ее вырезаете, и снизу условные обозначения дописывать. Можно в фотошопе как бы свое дописать к этой схеме. Ну, можно в Пайнте, но я пользуюсь фотошопом. Смотрите, я открываю фотошоп файл. Надо было мне сразу открыть. Ну, здесь выбираем схему нашу. Это в загрузках моя схема находится. Я ее вот открываю. Вот она моя схема, но здесь я, наверное, ее уже дорисованная, которая доделанная. А так я создаю новый файл. Беру схемку, ту, которую мы нарисовали, вырезаю ее. Вот, вот таким образом берем, вырезаем. Так. Сейчас, подождите. Отменить. Здесь надо ровненько вот так прям взять ее. Она у меня сильно с краю. Берем. Вырезать. Открываем другой. Вставить. Вот она наша схема. Мы ее двигаем. Ну вот в уголок, как нам надо, да? Или можем увеличить, нажав Ctrl-T. Видите, он выбирается. Мы можем вот так ее увеличить. Enter. Вот поставили. И потом мы вот, есть текст, мы ставим. И пишем, например, вот черточка. Это изнаночная. Так, русский сейчас напишу. Русский. Пишем. Изнаночная петля. Все, написали, да? Можем спуститься вниз, да? И дальше вот прописываем вот здесь все обозначения, которые нам надо. Вот. Потом, когда здесь обозначения будете прописаны, мы выделяем. Потому что, ну зачем нам вот эти сбоку, да, вот это лишнее? Нам же вот это лишнее место не надо, потому что это будет пустой лист. Мы выбираем изображение кадрировать. Все, мы скадрировали. У нас здесь обозначение все написано, да? И файл сохранить как. И все, и у нас есть готовая схема данного рисунка. Вот как вы видите, вот она моя схема. Да, я только написала одна изнаночная петля и лицевая петля. Больше обозначения я вам никакие не расписывала. Потом меня вот и спрашивали, что вот эта стрелочка обозначает. Но я просто думала, если вдруг вы начинали вязать эту шапку, то как бы я это проговаривала в видео, что это за петля. Это петля, которая протягивается, но просто нет такой схеме, такой петли в схеме. Я надеюсь, вам понравилось такое мое видео. Девочки, надеюсь, вам понравилось такое мое видео.
со схемкой, как ее нарисовать, и вы теперь будете рисовать схемы в программе. Ну, конечно, есть свои минусы, что не все есть вот эти обозначения. Это, конечно, да. И всем пока-пока, до новых встреч!